спортсменов, которые сейчас уже будущими дедами, прекрасно знали эту историю, но почему-то ее как-то не обнародовали, как-то вот она не стала популярной. А на вопрос, почему они этого не сделали, они говорят, да, что мы были молодыми, нам только гоняться надо было, мы знали, не знали почему. И вот в этом году, в январе, значит, 6 ветеранов спортивного клуба повторить подвиг своего тренера Сергея Максимовича Сергеева на кроссовых мотоциклах ЧЗ пересечь Ладогу до Габона. Но, как вы помните, была оттепель, значит, и их ничья снаряда не пустила. Но, тем не менее, ветераны собрались у памятника разорванного кольца блокады, там был митинг. Я привозил туда мотоциклы исторические, писаем 600 городских инструментальных залов. И ветераны мотоспорта обратно по памятнику вернулись во все области. Вот такой был мотопробег. Соответственно, в этом году это все будет повторено. И если кто-то хочет каким-то образом к этому участвовать или свидетельствовать свое уважение, то, как мы говорим, в честь освобождения города Блокады, в мероприятии будет.